Давненько у нас, да, не было чего-то такого чудного, да, непонятного, странного, чего только не могут, да, китайцы уже придумать, всякое. Но сегодня у нас будет интересный девайс. Давай смотреть, что подкатило. Это смарт-часы со встроенными наушниками, но не такие, как были, да, до этого. Это вкладыши, на секундочку, да, то есть вид AirPods'ов. Давай, смотри. Значит, что у нас тут по коробке? Они у нас, значит, вкладыши, типы вкладышев, наверное, бег расстояния, по Bluetooth работа, сердцебиение, температура, что химию, что это, я не пойму, огонь, не горит, приложение, музыку можно слушать, на руке носить, письме в конверте и в фотоаппарат засунуть. Да? Ну, понятно, да, ладно. Зовутся они, кстати, вот, Watch and TVS Lempho. Причем уже кто-то пытался отклеить, смотри, вон. Это его хотели остановить. Не клей, Лемфо, пожалуйста. Нет, его оттянули. Ладно, а часов нет. Вы будете орать с меня часов? А нет, они внутри. Ну, извините, комплект поставки такой замечательный. Я представляю, будет у человека микроинфаркт такой раскрывает, а там проводец. Причем проводец у нас микро... Ой, это самый, USB Type-C. Прикольно, да, вот нафига все вот эти вырезы тогда? Ну, вот такие вот они у нас, да. Ага, типа под Apple Watch, все педали. Кстати, вот они, все педали выпали. О, тут любимый формат, газета. Бэмс. Значит, у нас приложение есть по QR-коду. Charging and Active. Smartwatch Features. Значит, у нас сердцебиение, спортивный режим, тренинг, сообщения, все дела. Ну, короче... Так, у нас они выглядят следующим образом. Вот эту мы залупенцию отклеиваем. Я сказал, отклеиваем. Так, клавиша у нас одна есть. Снизу колхозным образом сделан у нас... Тебе помочь? Не надо. Вот таким вот образом доставать. Финку всегда. Всегда с собой носите финку, чтобы открывать эти часы. Так, значит, у нас здесь USB Type-C для зарядки. Вообще колхозно, просто на лицевой панели кто так делает? Ну, они делают. Окей, ладно, что за вопросы? Они делают. Значит, у нас под Apple Watch сделаны вот такие вот. Ну, прям мягкие-мягкие, как писюн, не знаю, 80-летнего деда, блин, не знаю. Ну, просто трындец. Так, и здесь у нас, значит, как они открываются? Вот так, да? О, и... О, да. О, вот так подержу. Здесь у нас находится двое, значит, AirPods'ов, типа AirPods'ов. Так, их, чтобы, значит, включить, нужно подсоединить. Подсоединяем к любому источнику, да. Кабель, кстати, длина О, длиннейший просто, ты даже человека им не задушишь. А ты тоже так делаешь? Ты для этого кабель покупаешь? Я закрыл, да? Нет? А, все, получилось, с первого раза. Так, подсоединили и... О, они начали заряжаться. Charging. Они очень тусклые. Тут что-нибудь видите, нет? Не видно вообще ничего. Ну, хотя бы, хоть как-то они заряжены. Ой, бля. У меня сразу вопрос, сколько они стоят? 3000 рублей они стоят. Они даже не сенсорные, ты поняла? Поняла. Они вот переключаются вот таким вот образом. То есть reset, power off, brightness. Долгим зажатием, видимо, включаешь, да. Long, во-во-во, я вроде яркость повысил. Зашибись. Не особо, не особо, да? Честно. Охренеть. Значит, что здесь они могут? Они могут многое, конечно, да. Ну, то есть, пожалуйста, показывай циферблат. Я не знаю, видно что-нибудь, нет? Чуть-чуть видно, да. Вот циферблат, потом спорт режим, таймер есть, сердцебиение с херовым вообще пульсометром. Ну, короче, вот лучше возьмите Mi Band, серьезно. Он будет там 1000-2500 стоить, возьмите его. Не-не-не-не-не-не, вот это нет. Ладно, то есть здесь есть пульсометр, здесь есть, значит... Яркость, которая не регулируется, показывает, что регулируется, но не регулируется. Так, значит, тут есть режим, должен быть, я где-то его промотал, бля, китайцы вообще. Airphones, так, мы подключаем их, достаем, и вот у нас, собственно, наушники. Ну, похоже прям на AirPods, да, так топорно, правда, сделано, ну, весьма и весьма похоже. Прям, ну-ну-ну, окей, так. Они сделали звук тарам. Они к чему-то подключились здесь? Они определились как AirPods.
Прикинь. Да, звук, вон все, они подключились. То есть они определяются как AirPods. Я поржу, если там сейчас крышку вот так открываешь, а они всплывашку еще сделают. Это пипец будет. Ладно, музло, музло, слушаем музло. О, моя любимая песня. Какой ужас, они звучат, я не знаю, на рублей 100. Надо Богу Билайна помолиться, чтобы заработало. Короче, я свой инструмент, кларнет, я не узнал, извините, в этих наушниках. Звучит, как будто бы, я не знаю, сидит вот так, пианист играет. Какая же дичь, а? Между собой отключается. Но звучат, сейчас скажу, как что. Примерно. Как Tronsmart Onyx Ace. Вот это вот. Базиос там. Которые там в затычке черные были. О, не затычки, вкладыши. Вверх вообще какой-то замазанный. Как через маску. Ну, как раз вот коронавирусные такие. Вот так вот играют. Я вот не знаю. Я сюда преподношу. А они отключаются между собой. Книжки слушать можно, ничего, пойдет, да, вот ладно, в принципе, да, неплохо. Кто-нибудь из вас скажет, конечно, да, ну это прикольно, часы, кстати, вот за что я люблю тирексы, часы, как говорится, вместе с наушниками, ага, ну-ну. Ну вот, то есть, вот так они выглядят, это самое яркое, чтобы вы понимали, я яркости добавил, это самое яркое, видно вам что-нибудь? Я не знаю, я в хорошем, вот сейчас вот в темноту еле-еле там что-то вижу, на солнце вы сразу попрощаетесь, то есть вы, по сути дела, на руке таскаете у себя, и причем как это доставать, да, то есть, вот так идешь. Бам, бам, подключил, все. Да, вот примерно так, как Tronsmart Onyx Ace звучат, вот эти Basios, как они там, V что-то там, 0 что-то там, не помню, как они зовутся, черные вкладыши были у меня, которые мне тоже особо не зашли. Ну, то есть, вот это вот... Не знаю. Парадная мерить давление. Да, 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 тонометр. Вот, кстати, я еще одну особенность тирексов не сказал, когда я их распаковывал, делал обзор. Смотрите, как удобно. Я вот эту фигню никогда не расстегиваю. Просто взял, вот так надел и пошел. Все, то есть, в случае чего, там, типа, можно даже небольшой жгут наложить. То есть, я прихожу, когда, допустим, да, смотрю, они разрядились, я их просто вот так снял. Все, там, поставил на зарядку. Смотрю, зарядились, все, вот так вот, дзюбоньких. Как резинка, и все. Уже сколько делаю, так ремешок отличный. Итак, что по... Что по наушникам? Наушники звучат посредственно. То есть я бы им дал рубля полтора, где-то вот так вот максимум, чтобы... Да заткнитесь вы там уже. Ёпта. Все, хватит. Сами часы это полный шлак. То есть, я же говорю еще раз, вот браслеты, как писюн 80-летнего деда, вот знаете, такой. Хотя не знаю, дед, наверное, еще поприкольнее будет. Я не видел, просто не знаю. Напиши, дед, ты, что там, где, как. Вот. Короче, сами часы очень тусклые, они не сенсорные. То есть, все одной клавишей рулится. Это очень неудобно. То есть, особенно по меню там прыгать. Как прикол, ладно, окей. Как наушники, я бы вам просто посоветовал взять что-то типа вот этих Tronsmart Onyx Ace. Либо Basios, либо, не знаю, какие-нибудь Realme Buds, которые скоро распакую. Либо Feel CC, который вот я распаковал. Не знаю, в будущем ты это увидишь или в предыдущем, но там тоже такая шлепень с приложением. Но звучат они очень даже неплохо. Как-то так. Что думаешь ты относительно данного девайса? Пиши в комментах под этим видео. Пока! Херня какая-то, звучат радио. Ну как звучат нормально, на рубля полтора-два. Это радио, это сверхтихо так. Вот, на, видишь что-нибудь? Нет, это так. Ты включи хотя бы. Я включил, на, смотри. Я ни хера не вижу, это же сеть какая-то, а? Хе, да, я ты что, звучит, ты, я тебе.